Йо, всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал про Портаяна. Скажите привет. Всем привет. Ахэ. Эдуард Беляев, советник ректора Томского университета. Приятно. Очень приятно. Очень приятно вам. Сейчас мы куда идем? Сейчас мы с вами поедем в католический костел, будем смотреть. Окей, jadi aku kasih tahu dulu buat teman-teman yang belum tahu, mungkin orang ngira orang Rusia nggak beragama ya, tapi banyak juga di sini kayak masjid Kristen Ortodoks, Protestan sama Katolik. Nah sekarang aku ditemenin bakal jalan-jalan ke gereja Katolik gitu. Jadi dari kau sudah? Minut 10. Oke, хорошо. Мы идем. Мы едем. Да. Почему у вас машина чистая? Потому что гость хороший. А, да, реально. Ты сейчас не очень чистая машина. Вчера я ее помыл специально. А, да. Стой там, это дом молитвы. Налево. Дом молитвы, это баптисты. Ya, jadi kita sudah sampai. Yuk, mi baju. Kita lihat. Ah, dekat ni sis. Здесь. Она не эксклюзив, да? Я никогда не был здесь. Эта часть всегда открыта. Да? Сюда можно прийти всегда помолиться. Вы не католик? Ну, я индонезиец. У нас были из Индонезии католики, крестились тут. Окей, jadi kita sudah sampai di tempat gereja Katolik. Спасибо вам за приглашение. Так, вы можете рассказать это, ну, в каком году это построились и так далее. Наш храм был построен в 1833 году. Это значит, что в этом году ему исполняется 190 лет. 190? Да. Это одно из старейших каменных зданий Томска. Раньше здесь, когда церковь даже строили, находили внизу, под землей, кости, останки людей. То есть изначально денег хватило только на то, чтобы построить вот эту часть прямоугольную. Деньги собирались по всей Сибири. Вот. И получается, когда уже община стала большая, у нас построили вот эти две части пристройки, и храм стал больше. Сегодня католиков примерно 400 человек в Томске. Это немного, но у нас очень много приезжих студентов с Индонезии, с Африки, очень из Словении. То есть у нас такая община очень интернациональная. Через дорогу у нас находится школа здесь. Это единственная и первая католическая гимназия в России. Можно пройти сюда, вот у нас здесь ризница. Там закрыто, но я вот просто покажу, что здесь получается у нас священники, они переодеваются перед богослужением. Вот это белая одежда, а есть вот... В разные праздничные дни одевается разная одежда. Вот это, допустим, пасхальная, на Пасху больше одеться, или в какие-то дни скорби, когда вспоминает память мучеников или еще. Вот есть такая как бы торжественная одежда тоже. Вот. А вот там, в детской комнате наверху, мы поднимемся, там у нас библиотека. Библиотека? Да, да, приходская библиотека. Хорошо. Ini sebenarnya deg-degan banget sih, masuk ke gereja gimana gitu, jadi kayak suruh login. Есть у нас такие тоже мероприятия, как крестный ход вокруг храма, когда все девчонки маленькие одевают такие красивые, нарядные белые платья. Вот. И мы можем сейчас подняться наверх, но, к сожалению, я не знаю, в каком состоянии они будут находиться. У нас мы собираем уже несколько лет деньги на ремонт нашего храма. И нам нужно, в этом году нам поставили окончательную смету 68 миллионов рублей. Это почти 900 тысяч долларов. Так, вот можете подняться сюда, пройти. Kita masuk ke perpustakaan. Sejak kapan gereja ada perпустakaan? Saya baru tahu ini. Oke, jadi di sini perpустakaannya, bukunya aku kira cuma ada buku-buku tentang keagamaan Katolik. Ternyata di sini ada
буку тентанг Кристиан Ортодокс. Вот почему именно православные книги есть здесь? Их немного, но они есть, потому что мы все христиане, и как бы живя в России, мы тесно дружим с некоторыми православными общинами, мы общаемся, да. Ой, это на каком языке? Иврит. Иврит. Я хотела обратить вот ваше внимание, вот у нас работал священник Андрей Дуклевский, он поляк, и он написал книгу о Томске, о нашей, получается, церкви, о наших прихожанах, вот такая вот память. Когда всегда молится? Тоже в воскресенье? У нас служба проходит каждый день. Каждый день? Каждый, да. Во вторник утром, а в остальные дни вечером. В субботу 2 службы и в воскресенье 3 службы. Психологи, философи, всему ада ди сини. Ya, jadi kita sudah selesai berkunjung ke gereja Katolik. Kak Bang, Bandar Lilas. Ви, какое, какая религия у вас? У меня? Православная. Сейчас мы поедем в православный храм. Хорошо. А вы будете рассказывать? Или друг еще? Нет, я не знаю, это монастырь. А, да? Окей, хорошо. Let's go. Let's go. Ya, jadi kita sudah sampai di Kanesmiu Nahodimsia, di Petra Pavlovski Sabor. Да, Petra Pavlovski Sabor. Пойдем. Пойдем посмотрим, что это такое. Да, хорошо. Давайте. Вы помните, это наши гости. Это... Здравствуйте. Тура. Очень приятно. Артем Андрей Тывасик. Видел вчера вас по телевизору. А, ты уже звезда тура. Да, ну тут репортаж был по томскому времени. Хорошо, сейчас меня отец Осип, да? Да. Хорошо, мы сейчас на экскурсии. Да, на самом деле я индуизм на Бали. Спасибо вам за приглашение. Да. Спасибо, да, спасибо. Хорошо. Этот храм был построен 112 лет назад, в 1911 году. Вау, так долго. Да. В советское время он несколько лет был закрыт, как и все храмы. Угу. Здесь был склад виноводочного завода. А вы сколько раз вы обязательно на сюда приехали? Совершаю тут службы? Да. Я тут совершаю службы каждую субботу и воскресенье. Ага. Ну и на все праздники. Ага. А, да. Сейчас мы пойдем? Да. Хорошо. Да. Да. Пойдемте, Эдуард Владимирович. Пойдемте. Вау. Вау. Солнце. И иногда вот летом, вечером, даже сейчас вот немножко пасмурно, даже можно не зажигать электричество. Прям и вот эти такие лучи такие красивые. Да. Ну, это... У меня есть вопрос, почему у вас нету на Новый год? Новый год, почему именно Новый год? Это 31 декабря. Да. А не 25. Вы имеете в виду Рождество? Рождество Христово. Да. Ну, потому что православная церковь живет по старому стилю, по юлианскому календарю. Ну, и Россия после революции стали жить по григорианскому календарю, который отличается на 13 дней. Было интересное происшествие. В 70-х годах возник пожар. Пожар? Именно где? Да. Вот та часть храма начала гореть. А-а-а. Когда огонь дошел до этого места, он остановился. Это случилось в 86-м году. Вот тут начало все гореть. Вот эта часть обгорела. Да. И все, и остановилось.
и огонь остановился. Православные воспринимают это как чудо. Я на Бали это, ну, 80% это индуизм. Mm-hmm. А если Индонезия, это почти мусульман. Да, mm-hmm. да. Mm-hmm. А христианство это, ну, православные, не только протестам, христианам человеку, mm-hmm. католическим. И католическим. Да. Православных нет. Православных или мало? Мало. Мало. Пока не знаю. Mm-hmm. Православные никогда не слышали. Это первый раз я именно здесь. Ну, да. Теперь будет повод узнать. Да. Вот. Для зрителей. Следующий. Спасибо вам. Это нового, это тоже церковь? Да. Да? Да. А какая разница? Почему именно они строили? А там совершается таинство крещения. Mm. Просто этот побольше, а это поменьше. Спасибо. Будьте вам. Здоровы еще раз. Да, спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Можно микрофон? Здравствуйте, извините. Можно микрофон, пожалуйста? Да. Давай, когда мы разговариваем. А то много интересного вы забыли. Окей, gitu langsung. Selesai. Let's go. Спасибо вам. Ya, jadi kita sudah selesai mengunjungi gereja yang ada di Rusia. Eta Petra Pavlovsky Sabor i Isho Ajin Katolicki Kastel. Katolicki Kastel. Oke, okay. Oke. Спасибо вам. Да. Спасибо вам. Вот. Oke, jadi segitu untuk video kali ini. Teman-teman, ya, kalau misalnya kalian ada request bikin konten apa, silahkan komen di bawah. Dan Nisa Bu cepat bisa sana Instagram, Trova Partayana, dan Trova Sies Instagram. Ini ada. Запрещен. Запрещен ada. Tos, da. Diblokir, guys. Iya. Jadi segitu untuk video kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Paka-paka. Paka-paka. Paka-paka.